Что еще происходит в Ирбите и о чем горожанам интересно было бы узнать? Коротко о других событиях. Экспертный совет областного театрального фестиваля «Браво» назвал лучшие спектакли театров Свердловской области, из которых и будет составлена его афиша. В шорт-лист вошли 24 спектакля театров Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменско-Уральского, Новоуральска, Первоуральска и Ирбита. В числе лучших драматических спектаклей – «Головлёвы» и «Республика Шкит» Свердловского театра драмы, камерный спектакль екатеринбургского «Тюза», «730 шагов» по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского. Ирбит на фестивале представит новая постановка спектакля «Красавица из Линена» – совместная работа творческого коллектива нашей драмы и главного режиссера Пермского театра «У моста» Сергея Федотова. Фестиваль «Браво» по традиции состоится в мае. Подходит к финалу первенства города по хоккею среди взрослых команд. Напомним, на старт турнира вышли 6 команд, а на этой неделе 4 лучших выясняли, кто же сразится за золото. В понедельник играли команды «Ветераны» и «Кателеком». «Ветеран» оказался сильнее и выиграл со счетом 3-2. Во вторник же на лед вышли команды МЧС и молочного завода. В упорной борьбе путевку в финал выиграли «Спасатели» 5-1. Заключительные же матчи турнира состоятся во вторник, 25 февраля. Старт первой игры за третье место в 18:00. Мужчины Ирбита принимают первое поздравление с Днем защитника Отечества. Сегодня на улице города вышел женский патруль. В его составе сотрудницы госавтоинспекции, волонтеры-медики, юные инспектора дорожного движения из 9-й школы и даже депутаты городской думы. Автомобилистам участницы акции задавали нехитрые вопросы по правилам дорожного движения, читали поздравительные стихи и, конечно, дарили подарки – открытки и памятки по безопасности на дорогах, сделанные школьниками специально к этому дню.